Добрый вечер. Для вас я снимаю видеообзор джойстика Xbox 360. Как видите, он не оригинал. Он работает за счет кабеля, также специальным адаптером, то есть Bluetooth адаптер, который подключать можно хоть куда, хоть к приставке, хоть к компьютеру. В данный момент я подключил его к компьютеру, точнее ноутбуку. Для вас я уже могу показать через онлайн программу, как она работает. Сейчас, вот я его загрузил. И при каждом нажатии кнопки будет на экране высвечиваться ярким цветом. Если будет, как вы видите, загорится, значит он работает. Ну, все кнопки работают, функционируют. Вот, смотрите. Я его проверяю удобным способом через сайт. Тест геймпада через онлайн тест геймпада. Вот я нажимаю, джойстиком двигаю туда-сюда. Видите, я нажал кнопки и можно регулировать. Также Сзади? здесь. Здесь немного. Как вы видите, джойстик не оригинальный, китайская сборка. И этот джойстик работает, функционирует спокойно через любое устройство, через компьютер или через Xbox. Еще раз повторяю, я его проверял через онлайн геймпад, то есть джойстик его тестировал, и он все функционирует. Также, когда вы будете приобретать его, вы можете сами его Давайте потестировать посмотрим. На специальном сайте, как вы видите на экране. И также можете сделать доставку на дом или приехать к нам по адресу Бульвар Новаторов 75, станция метро Ветеранов, или сделать доставку на дом и по России через компанию СДЭК.